Сообщение о том, что в Тамбове спасли измазанную в битуме собаку, которая не вставала и едва могла двигаться, появилось около недели назад в соцсетях. По словам людей, собака была измазана так сильно, что непонятно было, какой она породы и какого пола. Сначала ей дали кличку Ванька, а потом оказалось, что эта дама и ее переименовали в Иванку. Сообщается, что пес упал в яму с битумом за 5 дней до его попадания к зоозащитникам. Рабочие с местной стоянки сельхозтехники пытались самостоятельно ему помочь. Собаку вытащили из ямы, пытались мыть соляркой, терли его как могли. Пес стал значительно чище, но все же оставался весь в липком неприятном битуме. После этого за собакой приехали волонтеры из группы «Верный друг Тамбов». Они еще раз искупали и почистили пса, подстригли его. По их словам, пес очень добрый, тихий, совсем еще молодой. На нем был одет ошейник, значит, домашний. После того, как Иванку подстригли, оказалось, что она светлой масти и похожа на хаски. В дальнейшем ему обязательно найдут дом, если не объявятся хозяева. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.